Are you alive right here, right now? We've crossed the line, but you're... Всем привет, с вами Рустам. Сегодня я вам покажу, как сделать простенькое 2D интро. Для начала вам надо скачать программку, которую вы сейчас видите на экране. Да. Давайте-ка пришлю. Вот когда вы зашли в эту программу, у вас выходит вот такое вот. И надо вписать сперва название канала. Нажимаем галочку, а потом сюда и все. Нас сразу перекидывает, и автоматически делается первое, самое простенькое интро. Сейчас прогрузится. Вот. Самое такое. Вот здесь цвета, вы видите, где каким цветом буква L написана. Это значит цвет шрифта. А цвет фона, ну, вы тут видите фон какой. Например, я хочу... Мне нравится вот такое вот сочетание цветов. Вот. И тут есть разные эффекты. Например, вот такой вот есть. Мне он очень нравится, вот этот. Также тут можно сделать трейлеры как. То есть пишите все там, название фильма, вот такие вот. Вот. Разные, в принципе, есть тут. Я думаю, это каждому по-своему, кому какой нравится. Здесь, если у вас лагает во время того, как вы делаете, то на это не обращайте особого внимания, потому что после того, как вы сделаете, он уже будет не таким могучим. Вот я, например, вот это выбираю. Да, вот. Тут даже можно просто вот качество улучшить, потом формат. И все, в принципе, вот. Допустим, что-то у меня не меняется, ну ладно, неважно. Вот. В принципе, такое простенькое интро у нас получилось. Ну и чтобы окончательно... Чтобы поделиться, вот тут есть кнопочка такая вот, поделиться. И чтобы скачать это интро, вот. Если вам оно понравилось, нажимайте скачать. Вы как гифку хотите сохранить или как видео? Но если вы делаете интро, вам как видео. И вот тут оно делает, вот так вот. Видите, устанавливается, скачивается. Все, оно скачивается. Нажимаем просмотреть. С помощью видео. О, странненько. Ну, вы его, короче, сможете в монтаже добавить. Вот такое вот простенькое интро у нас получилось. Ну и всем пока. С вами был Рустам.